цифры пошли. Так, кому нужны новые заветы, за мной. Ладно, пообщаемся, вот так пока не выкупаем. Да, все у них похоже это. Похоже, потихоньку оно уходит. А они куда пошли-то? За книгами. За книгами. За какими? За новыми заветами. А, они хотят увезти к да. себе? Да, да, да. Как приехать сюда и без дорогие нового завета книги. Уехать, да, драгоценность. Как на службе вам? Да. Слава Богу, да. Да. Как небывалые, дисциплины небывалые. У него здесь склад книг, да? Светит, никто не ходит. Ну, у него, даже да, страшно да. переминуться с ноги на ногу. Да. Сюда люди только приезжают, масочки. Забирают книги и уходят себе. Почему? И там есть тоже. В Барнауле. Да. Как они. А там их кто раздает? Походят, да, молитвы? Да, он же кто? Все через него. Сейчас он здесь. А? Сейчас он здесь был. А, ну и не знаю, может, поручает кому. Там же все равно люди остаются, присматривать. Дежурные там. А у нас, когда кадила идет, а мы все вот с поклоном стоим, а нас кадит, получается. Ну, вот так уже, видите, как... В одном месте искривили. Да, это так оно. Да. Кадят ведь иконы. Да. А не людей. А у нас получается. Не, ну поклониться-то можно, не греть. Клониться вот он идет, поклонился да, ты ему, да, да. батюшке. Мы к нему повернулись. Просто... Повернуться не надо, вот просто поклонился и достаточно. О, с книгами идут. Ух ты, красота о, какая. Дмитрий, что за книги такие? Трехтомник. Ух ты, Новый Завет с толкованием. Куда везешь? Ага, эту партию я везу в Минск. Заказал знакомый один, потому что у меня есть этот комплект. Здорово. В Минск улетают книги. Здорово, когда заказывают, да, вообще Лапкин премия. Игнатий Тихонович, 2009 года. Вот это книга. А ты куда везешь? Новый что Завет с толкованием. Трехтонник. Вера его. Да? Это у меня девчонка заказала. Из Австрии, она студентка вообще, русская. Здорово. А ты? Я в Ливан везу. Ливан уходит, Ливана? Новые Заветы. Вот это но да. ты себе везу? А вы куда везу? Нет. Я повезу Кемерово. Да. Кемерово? Да. Новый Совет с толкованием. Вы для себя а взяли? Вот мы поздравляем, что такие драгоценные книги. Поздравляем вас. Я объясняю. За 2000 лет христианства, впервые же вышло толкование на весь Новый Завет с откровением. Раз. Дальше. Впервые с гравюрами, самыми лучшими в мире Гюстава Доре. 240 иллюстраций. Ему 230, а 10 дальше. Раскрашенные. Кроме того, впервые Блаженный Архипелаг за 900 лет вышел с комментариями. Увеличенные буквы, главные слова, которые он говорит, они теперь размножаются, добавляются места из святых писаний. Я по пальцам показываю. И цвет флага российского. Синий, белый, красный. Вы маленько глядите, что здесь есть. Закладочки. Доброе учение есть. Эти книги, вот эти вот, видели, показывали библиотеку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Подарены они Медведеву, подарены патриарху, подарены двум папам, Франциску и Бенедикту. Подарены. Вот экземпляров 1000, примерно 700 только подарено. Вы понимаете, что это такое? Вот мы за поездку заплатили по стоимости издания примерно 35 миллионов. При моей пенсии на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Просто чудо Божие. 2009 вот. Года издание, да? Вот теперь видите, что здесь? По благословению, с разрешения, кто откровение издал. Такое условие поставили. Я написал Евтихию, епископ, бывший домодедовский, у патриарха Кирилла. И это по благословению его выходит. Впервые раскрашен полный комплект Гюстава Доре. Тут написано, который 3 человека. Я ходил по разным выставкам художественным, когда приезжали. Мне казалось, Гюстава Доре как-то сделать, потом все замазать и раскрасить. И нашелся человек, он с красным дипломом закончил медуниверситет. И он на дом ко мне приходил. И наконец эту нашли программу и по ней начали делать. Ветхий Завет весь сделал Игорь Владимирович Дыбунов. Поняла? Везешь в Германию. Там уже найдешь, как, чтобы приехал или как сделать, вернуть и никогда не быть должен.
Она отдала то, что нельзя отдавать. Видишь, из Ветхого Завета здесь. Отдала все пока тебе. Пока что. Да, на других книгах там новые откровения Адама и Евы из рая. И этому подарок тот остается 24. Подарком. Вот это сотворение Евы. Вот это иллюстрации. Так, все, идемте сейчас ужинать. И сказал Бог, да сразу переодеться. Вот и на костер будем готовиться. Сегодня костер прощальный, чтобы вы знали. Ну все? Да, честно. Идемте с Богом. Было епархиальное собрание, священники. Вышли они, когда были там. И сразу 125 священников получили комплект Нового Завета. К истинному православию для слова Божия нету. Сразу одновременно. Да. Надо воду на кухне. Кроме Володи никто не знает, откуда взять и как взять. Из колодца взять, подключить. Ну как? Вячеслав знает, он уже брал. Вячеслав знает? Да, сейчас разберемся. Ну давайте. В розетку только толкнете, и вода потекла. Сейчас, да, сейчас. Потом разберем. Рядом, никуда не нести. Он недоступен, я позвонил, он недоступен.